Ольга Бергольц. Пусть голосуют дети. Я в госпитале мальчика видала. При нем снаряд убил сестру и мать. Ему ж по локоть руки оторвало, а мальчику в то время было 5. Он музыке учился, он старался, любил ловить зеленый круглый мяч. И вот лежал и застонать боялся. Он знал уже, пою постыден плач. Лежал тихонько на солдатской койке, обрубки рук вдоль тела протянув. О, детская немыслимая стойкость, проклятие, разжигающее войну, проклятие тем, кто там, за океаном, за бомбовозом строит бомбовоз и ждет невыплаканных детских слез, и детям мира вновь готовит раны. О, сколько их, безногих и безруких, как гулко в черствую кору земли, не походя на все земные звуки, стучат коротенькие костыли. И я хочу, чтоб, не простив обиды, везде, где люди защищают мир, являлись маленькие инвалиды, как равные с храбрейшими людьми. Пусть ветеран, которому от роду 12 лет, когда замрут вокруг, за прочный мир, за счастье народов, подымет ввысь обрубки детских рук. Пусть улечит истерзанное детство тех, кто войну готовит навсегда, чтоб некуда им было больше деться от нашего грядущего суда.